Рыцари в средневековье поднимали правую руку над головой при встрече другого рыцаря. А подойдя на близкое расстояние, они снимали перчатку и пожимали друг другу правую руку. Все это делалось для того, чтобы продемонстрировать добрые намерения или, другими словами, показать, что в руке нет оружия. Считается, что эта традиция пришла к нам с Древнего Рима. Но изначально чаще люди при встрече друг друга целовали в губы. Но позже этот способ, к счастью, изменился на более формальное рукопожатие. Во все времена люди, принадлежащие к одному классу, всегда приветствовали друг друга. И неважно где – в театре, во дворце, в чистом поле или даже в бою. В зависимости от принятых в этой местности и в это время норм, человек мог пожать руку, поклониться, снять шляпу, обнять товарища, поцеловать или просто взмахнуть рукой. Причем независимо от того, знакомый это был или незнакомец. К чему же это я? Мы с вами тоже принадлежим к одной особой группе, как рыцари, крестьяне, короли или лорды. Мы с вами являемся представителями огромной субкультуры – бегуны. Физкульты, друзья, людей, которые хотят чувствовать себя хорошо и быть здоровыми при помощи бега, очень много. Например, общее количество людей, поучаствовавших в беговых стартах за 2017 год в США, составило цифру 60 миллионов человек. И с каждым годом это число растет на 10-15%. Так же происходит и во всем мире. И как любая субкультура, она может отличаться от доминирующей культуры. У нас есть свои кумиры, например, такие бегуны, как кипчоги, свои идеалы, например, бег для здоровья и удовольствия. У нас есть свой язык и свои термины, например, частоту шагов мы называем каденсом, а бег измеряем не скоростью, а темпом. И, кстати, как раз для того, чтобы задавать себе частоту шагов и переводить скорость в темп и наоборот, есть наше приложение Simple Run для Android и iPhone. И уже с этого месяца там добавлена функция «Мои тренировки» для тех, кто тренируется по нашим беговым программам. Бегуны уникальны, и это объединяет нас в огромное сообщество. Но почему же, когда мы встречаем друг друга, мы отводим глаза в сторону? Во всем мире шоссейные велосипедисты бреют ноги, пьют кофе на перевалах, а еще они всегда приветствуют друг друга поднятием рубки или кивком головы. И неважно в какой момент, даже если ты летишь со склона 70 км в час, ты видишь эти маленькие еле заметные движения, и внутри от них что-то теплеет. Мотоциклисты на дороге иногда через несколько рядов дают сигнал, приветствуя рукой, показывая: мы особая каста. Бегунам также очень просто друг другу заметить. Бегущий бегущего всегда увидит, но невозможно не увидеть. И как велосипедистам ничего не мешает поднять руку, поприветствовать близкого по духу незнакомца, так и для бегуна должно быть естественным поприветствовать и выказать дань уважения человеку родной субкультуры. Предлагаю с этого момента разрушить тишину и дать бой молчаливым встречам. Пошумим, пожалуйста! Неужели люди в средние века были культурнее нас с вами? Хай, салем, приветание, салю, мархабан, чест, халло, хей, тере. Все эти слова значат «привет» на языках стран-участников нашей программы от 0 до 15. Именно так они будут здороваться на своих пробежках. Подробнее о наших беговых программах по ссылке в описании этого ролика. А как же нам-то с вами друг друга приветствовать? В маори, коренного народа Новой Зеландии, например, принято тереться носами в знак приветствия. Но нам это с вами совсем не обязательно. Достаточно просто сказать «привет», ну или махнуть рукой. А самое лучшее сказать наше фирменное физкульте. Физкульте, друзья! Друзья, физкульте! Физкульте, друзья! Физкульте, друзья! Физкульте, друзья! Друзья, физкульте! И главное, улыбайтесь. Дарите хорошее настроение таким же бегунам, как и вы. И неважно, если вы новичок, а, допустим, навстречу вам бежит профессиональный спортсмен.
или наоборот? Ведь вы оба бегуны, уважайте друг друга. И, кстати, задумайтесь, возможно, если пробегая мимо прохожего, который не является бегуном, вы одарите его улыбкой и бодрым приветствием, это и подтолкнет его стать бегуном. Вполне вероятно, ведь людей всегда тянет туда, где им рады. Готовы сделать физкульты культовыми? Тогда вот ваше домашнее задание. Запишите видео, как вы здороваетесь на вашей пробежке. Ничего сложного. Просто бежишь, видишь встречного бегуна или пешехода, достаешь телефон, включаешь видео и говоришь «физкульты» или хотя бы «привет». Собираешь все свои приветы в одно короткое видео и выкладываешь в Instagram, добавив хэштег «всем физкульты» и отметив наш аккаунт. Ссылка на него есть в описании к этому видео. Авторов наиболее интересных и любопытных, на наш взгляд, видео мы наградим нашими фирменными футболками. И таких будет как минимум 10. И не важно, это будет куча приветов или всего один. Важно, чтобы нас это тронуло. Ну что, бежим дальше, друзья, и не забываем здороваться. Здорово! Приветики! Салют. Привет. Алло. Мархабан. Здорово. Дай пять.